4 декабря – день введения во храм Пресвятой Владычицы, нашей Богородицы, и Преснодевы Марии. Родители Богородицы Марии Анна и Иоаким решили отдать дочь служить Богу. Когда ей исполнилось 3 года, привели в храм Иерусалима. Там Мария занималась рукоделием, изучала Священное Писание. Свободное время проводила в молитвах. Марии помогали ангелы, даже подавали пищу. До 15 лет Мария жила в храме. После ей выбрали в мужья благочестивого Иосифа, оставшегося вдовцом. В народе этот день называют просто «введением». Причем в сознании народа его соединили не только с личностью Богоматери, но и с образом зимы, которая сегодня вступала в свои права. Сегодня начинались так называемые «введенские ярмарки». В связи с открытием санного пути активно продавались сани. Ранее санный торг проводился в Москве на Лубянке. Там находились лубянные и санные ряды, где продавали дорогие галицкие сани с позолотой. Одновременно делались пробные выезды на санях, проверка санного пути. Обычно в таких заездах принимали участие молодожены. Управлял санями возница, подпоясанный кушаком. Молодые женки наряжались в самые лучшие свои одежды. Верили и в то, что по улицам сегодня на санях проезжает и сама зима. Она дышит на оконные стекла, и на них образуются узоры. Этот период был известен неустойчивой погодой, то оттепелями, то морозами. Дороги то схватились, то раскисли. Приметы. Введение пришло, зиму привело. Если во введении мороз, то и в последующие дни мороз, это введенские морозы. Если тепло, то и все праздники будут теплыми. Если до введения снег пошел, то он растает, а после введения будет лежать до весны. Морозный день сегодня предвещает холодную и снежную зиму. Если сегодня мороз и солнце – это хороший знак. Если сегодня пасмурно и теплая погода – это к неурожаю. Наступила настоящая зима – к хорошему урожаю. Сегодняшний мороз – к лету знойному. А на ближайшие дни будет стужа. Издалека слышен звон колоколов к морозу, звон глухой к снегопаду. Доброго здоровья! В эфире программа «Целебная кулинария». И сегодняшний выпуск нашей «Целебной кулинарии» будет посвящен восстановлению после переломов и травм. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется и всех людей дается. Шелестят конфет обертки, за мандарин стоит и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, весны, здоров, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем. И почеканье бокалом входит счастье в каждый дом. Ой, веселись, здоров. Наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей. Загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, здоров. Наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Бам-бам-бам, бам-бам-бам, бам-бам-бам.